Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как приучить собаку к месту. У каждой собаки обязательно должно быть свое собственное место в доме. Приучение к месту – это не только знакомство лающего друга с его личным пространством, но и важный дисциплинарный момент. Любая воспитанная собака должна уметь выполнять команду «место». Как приучить питомца к месту? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Чтобы собака любила свое место, оно должно быть комфортным для нее. В качестве места специалисты рекомендуют использовать подстилку, коврик, матрас, лежанку, специальную кровать для собак или легкую поролоновую будку, обшитую прочной тканью. Главное, чтобы выбранная вами конструкция была максимально удобной для вашей собаки и находилась в тихом месте, не на проходе. Чтобы собака как можно скорее привыкла к своему месту, положите рядом с ним любимые игрушки животного. Регулярно отрабатывайте команду «место» с собакой. Уверенно говорите «место», показывая питомцу на лакомство возле его лежанки. Когда любимец выполнит команду, похвалите его и снова дайте лакомство. Повторяйте такие действия несколько раз в день, постепенно удаляясь от подстилки собаки. Позже стоит приучить любимца сразу идти на место после возвращения домой. Обязательно поощряйте собаку, когда она сама приходит на место, хвалите ее и давайте лакомства. Не забывайте гладить питомца, когда он находится на своей лежанке. Сделайте так, чтобы у собаки с ее местом были только позитивные ассоциации. Обязательно будьте ласковы с питомцем, когда он находится на своей лежанке. Также не стоит без необходимости беспокоить собаку, находящуюся на месте, и тем более прогонять ее с него. Помните о том, что ни в коем случае нельзя использовать команду «место» в качестве наказания. Место для собаки должно быть символом безопасности и уюта. Сделайте его таковым и не забудьте проявить терпение при приучении питомца к нему. Тогда ваша собака очень быстро полюбит свое место. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!